Господи, безимкадочки, у меня такая гениальная идея, а Дусечка? Я что-то слышу. Открывай, Адуська. Не-не-не-не-не. Адуся, я тебя вижу, выходи. Ада. Выходи, я тебя вижу. Меня нету. Алло, Ада, я тебя вижу. А если вот так? Быстро открывай, сказала, эту гребаную дверь. Я за дверь еще ипотеку не выплатил, не ломай. Привет, Адуська, как дела? Напои меня чайку. Чайком, ну пошли наверх. Наверх? Что ты хочешь? А на первом это... Слушай, Адуся, я хотела тебе предложить кое-что. Я, правда, не знаю, согласишься ты на это, ну, или нет, но... У меня нету чая, но есть тортик. Тортик, это так мило. Это, кажется, морожка. Ну, какая разница? Так, ладно, Адуська, затем я к тебе пришла, я заберу это домой. Адуська, короче, хочу тебе предложить, ты, наверное, не согласишься, но... Короче, у меня есть одна идея, я хочу... Помнишь, мы с тобой играли в прятки? Ага. Короче, я тут подумала и решила, а давай еще во что-нибудь поиграем, давай поиграем с тобой в доктора. Ты серьезно? Что? Ох, ё-моё, ты президент, и тебе что? Нужно не игры играть, а что-то серьезное делать, дела делать. Адуся... А хотя, знаешь, я согласен. Адуся, хоть мне и 6, но тем не менее... Ой, хоть... Ты этого хотела услышать? Нет, я не согласен. Конечно же нет. Какой доктор? Ты издеваешься, что ли? Адуся, соглашайся, Чё? Тебе понравится. Отвечаю. Нет. Я, короче, уже подготовила бензопилу. Чё? Тем более нет. Так, ты будешь моим ассистентом, а пилить мы будем мои игрушки. Что-то слишком... Пахнет невкусно. Если бы я знал, что это не знал тебя нормально, я бы согласился. Потому что девочки играют с игрушками. Но твои игрушки это вектор, динамит и зажигалка. Ну, Дусечка, я хочу... Что у тебя есть попить? Я вот только что выпил последнюю бутылку колы, прости. А можешь поискать там что-нибудь все же? Вот в холодильнике, например. А, зачем? Ну, давай. Прости, Адуся, я знала, что ты скажешь нет, поэтому... На! Ох, Адусечка, ты проснулся? Чё? Ты чё, связала меня? Нет, тебя показала. Сейчас, погоди, Адуська, я сейчас переоденусь, не подглядывай. Хорошо? Не-не-не-не-не-не-не. Так, перед тем, как делать операцию, надо переодеться. Опачки. Так, смотри, какая красивая. Чё? Ты когда в доктора переодел? Да нет, ты. Адусечка! Итак, смотри, сегодня я хочу на тебе проэкспериментировать. Каково это отрезать конечности людям? Смотри, я подготовила. Я подготовила ножик и бензопила. Выбирай, что хочешь. Отпусти меня. Хорошо, я поняла. Тебе нужно делать обезболивающее. Адуська, сейчас я тебя кольну. На счет три. Какой кольнуть? Раз, два, три. Тебе должно быть лучше, Адуська. А пока что я тут немножко тебе подрежу кое-что. Я нормально нет. Да чего? Ты что с моей рукой? Я ее немножко подкоротила, потому что она была слишком длинная, мне кажется. Как тебе, Адуся? Как верни руку! Верни руку! Вернуть? Фласка, это незаконно, я тебя засужу. Сейчас верну, Адуська. Ты главное так, без наркоза. Выруби меня сначала. А, хорошо, погоди. Погоди-ка, дай-ка я сюда положу свои... Хотя бы не молоток. Так, ся будет чпоник. Раз, два... Эх, итак, начинаем, Адусечка. А-а-а! Да твой на анестезии не работает, ничего. Так, ногу... Ой-ой-ой-ой-ой, я походу тебя нечаянно ножку отрезала, прости. Кого ты мне сделала? Так, попытка номер три, сейчас я еще раз тебя кольну. Итак, Адуся... А, ты хочешь без наркоза? Хорошо. Да какой? Нет. Развяжи меня. Верни обратно. Ну, Адусечка. Ну, нам нужно пришить все обратно. А, пришей. Только вот проблема, я шить не умею. Я могу только резать. Ты серьезно? Да. Ты оторвала мне руку и ногу, и теперь не знаешь, как сделать ее обратно? Ну, понимаешь, я просто немного неопытная. Вот как раз ты мой первый пациент, поэтому я пока что... Ну, могу на тебя потренировать, ты себя погоди. Сейчас мы поставим. Кому сюда... ты хочешь? Ну, тренироваться и зашивать. У меня тут есть скальпель, ножик, ножницы. Так, пробуем. Нет. Хотя ладно, тебе ногу-то верни хотя бы. Руку нет, хотя бы руку верни. Сейчас, Адуська, сейчас я тебе уколю. Раз, два. Так, Адуська, пробуем. Ух, поехали! Ничего не поменялось. А, у меня нога меньше стала. Эй! Адусь, походу, все-таки зашивать это не мое. Адуся. Ты серьезно? Дай я развяжу. Вставай.
Не, так неудобно. А, Дуся? Кара, отлично, я теперь ползать буду, да? Давай. Ого, как ты прикольно ползаешь, Адуся. Это все, это челюсть сильная. Адусь, все, давай, всего хорошего, до свидания. Не возвращайся. Да какое до свидания? Деньги не вернем. Ах, прекрасно, наконец-то он ушел. Можно пойти спокойно погулять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я все еще на месте. Подгони мне машину. Адуся, так это выходит, мне придется за руль сесть. Да? Ты же беспомощный. Да. А, да ты вообще инвалид, ты даже ходить не можешь. Садись, садись. Так, а куда ехать? Я просто вожу, если что плохо. Нам туда? К врачу меня вези в другую сторону. А, в другую? Это вот сюда вот, да? Ух, ё-моё, господи, какой ты... А, ну, да, хотя бы жопу будет... не отрезала, я сидеть могу. Да куда ты в парк поехала? Главное, что жопу не отрезала, Адуся. Радуйся. Нам сюда? Вправо. Сюда? Ох, ё-моё, я вашу карту уже наизусть выучил справа, да. Адуся, тут небольшая заминка, я походу застряла. Адуся, я просто плохо вожу. Кто тебя взорву? Ты... Я вести не могу, как назло. Ну, Адусь, ну прости, главное в тачку не поцарапать, а тут папа потом таких пилюлей вставит. Нам сюда? Да он майнкрафтер, он миллионер. Да-да-да, почти приехали. Нет, папа бедный, потому что он сидит дома и не работает. Вот мама моя полицейская. Так, давайте я прям до доктора довезу. Давай хотя бы просто подвезешь к лестнице. Выходи. Всё, вот. Ага. Ползи. А я сейчас припаркуюсь и подойду. Адуська, я иду. Сейчас, погоди. Ой. Мне нужно... В регистратуре подойти, зарегистрироваться. Ты в госуслуги зарегистрировала нас? Конечно, да, дядюнька, нам тут надо одному этому человеку пришить обратно руку и ногу. Половину. Кому вы там помочь решили? А вот ему, он тут ползает, не может к вам. Всё, я не вижу никого. Сейчас я вам помогу. А вот так видите? Ох, ё-моё. А чё у него руки нету, ноги нету? Неважно, вы вернете ему обратно или нет? Ну, пришьем. Идите записывайте, ждите свою очередь. Хорошо, я президент, и можно мне очереди? А, господин президент, да. Конечно, а вы чё врачом стали? А я, понимаете, в доктора играла, вот все дела. Президент в доктора играл? Ох, ладно, я была доктором, имей совесть, так, все. Ну ладно. Адусечка, давай, нас тут вне очереди, ползи, заползай. Ох, ё-моё. Ползи. Ой, доктор Стрэндж. Это, здрасте. А, мне Коста Стрэндж. И, привет, ты чё хочешь это, давай мы тебя это, чё ты, надо тебе делать? Пришите ему части нужны, вы видите, у него ноги нет и руки. Кто-то ему отрезал, кто не знаю, найдем, посадим. Да? Да. Делайте, шейте ему. А бензопила, которая у тебя в крови, давайте вот я помогу достала, вам, да? Он там брешет походу, давайте я его вырублю. Не-не-не-не. Эй, вы это, вам что там надо от сделать? Пришить, давайте. Сейчас мы это, погоди. Сейчас мы это... Ой-ой-ой, а вы уверены, что это так делается? А нет, это рука к ноге, погоди, теперь у тебя, короче, ты можешь паркур делать, это надо... Не-не-не, погодите, обратно лучше, давайте лучше ногу к ноге, а руку к руке, окей, давайте. 2 hours later. Молодец, о, доктор. Ну как, Адуся, себя чувствуешь? О, хорошо тебе? А, доктор, спасибо. Да, донат закинь. Да, 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 давай, давай, давай. Пойдем, Адуся, он там бредит, походу. Ласка, а? Ласка, да, ласка. Да, 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 да. Привет. Ты совсем, что ли? Да, еще раз, я тебе жопу прострелю, понял? Адуся. Адусечка, не убегай от меня. Фласка, Адуся, как дела? О, наша тачка припарковала. О, я как... теперь могу даже... О, ё-моё, вот нужно было вот докторов своих играть. Что ты следующая будешь? Полицейских? Судей? Так... Нет, даже не думай. Кстати, я хотела бы ловить преступников, сажать их в тюрьму пожизненно. А ты их казнить на месте будешь? Нет. Ой, давай, короче, прощаемся со зрителями, а вот это я забуду пока что. А ты мне взамен какое-то... Зарплату поднимешь, да? Конечно же нет, вообще бесплатно будешь работать, еще слово, понял меня? Прекрасно, мне нравится. Вот и все. Давай попрощаться со зрителями. Припаркуй куда-нибудь эту машинку. Да, пускай стоит так. В смысле пускай стоит? А если люди поедут, не смогут заехать по-нормальному? В этот район заезжаю я, ты, Саторик, Джуля. В смысле? Тут вообще-то у нас еще много соседей есть, просто мы их не встречаем. Ай, ну ладно. Все, ребят, спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. А если вы подписаны, то можете колокольчик нажать. Ну, вот эти самые, да?
Что там видео слева, справа? А еще видео слева и справа смотрите, ведь они интересные. Ну а с вами была Лазочка. И дядя Ада. Всем пока-пока, ребята. А еще про стримы не забывай, конечно же. Вторник, четверг, суббота, воскресенье нет. Сейчас попаду в тебя. Ой, сейчас попаду в тебя.